Высокая вода пришла в Южские и Гавпасадские районы. Река Теза вышла из берегов и затопила несколько мостов. Один из них в селе Холуй, другой у деревни Емельяново. В Гаврилопосадском районе аналогичная ситуация в деревне Новая. Аномальная ситуация характерна во время весеннего паводка, но никак не в декабре. Что касается Холуя, то теперь он разделен на две части. Если еще в среду по мосту можно было проехать, то к утру четверга он был уже закрыт. Тем не менее, транспортная связь не разорвана. Машины спецтехники и легковушки могут пользоваться объездной дорогой. Ситуацию на контроле держат в управлении МЧС. В настоящее время ситуация стабилизировалась. В районе деревни Нового Гаврилопосадского района вода пошла на убыль. Значит, в районе населенного пункта Холу Южского района подъем остановился. Надеемся, что в ближайшие дни вода пойдет на убыль.